вот эти два попсона играют в «Ассасина». Илюша сейчас будет завтракать запеканочку. Я вчера приготовила. Здесь картошка, лучок, помидорчик, фарш и сырок. Это наушники вчера пришли. Просто папа, видимо, хочет прям совсем окунуться куда-то в игру. А, ну вот. Говорит, что мы на всякую хрень тратим деньги, а он не на хрень тратит. Ага. Наушники, какой-то пульт там специально за 16 тысяч. Короче, он хочет полностью. Говорит, зима близко, то есть он хочет вообще просто тупо, я видать, сидеть, играть и все. И ничего не делать. Мы не, даже из-за этого... Зимой, если как зима, как в прошлый раз, то, в принципе, я согласен. Потому что я тогда вообще выйти не мог на 5 тысяч. Я не могу, я побрился, что вот так вот. Ну нет, ну прикройся. Ну, как, вот так? Не, ну подожди, ну Илья, помни об этом. Конечно, он не видит, он за тобой не видит ничего, Илья. Сережа, вернее. Да, ну, вот это правда. Сергей бегает вместо Илюши. Но это твоя запись, да? Тебе нравится «Ассасин» игра? Да? Наверное, не спеши, пожалуйста, жуй. Илюша. Не спешу, нет, ну спешишь, я что, думаешь, не вижу, что ли? Надо помедленнее. Жуй хотя бы немного. Ну как тебе запеканка? А? Нормально пойдет, да? Ага. Вот говнюка. В следующий раз ты ее делаешь, давай. Нифига себе, у меня лайкнули тут. 5248? Это что, лайков? Да, это мы тут сфоткали. Что сфоткали? Красиво. Фотографию? Красиво, да. А ее куча людей пролайкали? Здорово. А это игра онлайн? Да, можно онлайн. А, то есть даже другие играют. Илюш, пожалуйста, поешь. Только не спеши, не надо гребсти, как, я не знаю, как бешеные. Поспокойнее, пожалуйста, жуй. Потому что... Иначе ты не съешь и не заметишь. И скажешь потом через 5 минут, что я опять есть хочу. Что, не знаешь, что ли? Да, я это так скажу. Не надо говорить, потому что суп еще есть куриный. С вермишелькой. Не спеши, говорю. Жуй. Да, жую. Нет, ты глотаешь, ты просто, я не знаю. Жуешь, говоришь? А игру можно снимать? Меня не заблочат? Нет. Нет, нельзя снимать или нет, можно. Не заблочат? Можно снимать, да? Охренеть! Ну, это же те, кто снимает. Ну, я не знаю, как они снимают. А, ну, Даш, они играют и снимают, да? Промахнулся. А, это Мазила. Тремя топорами? О, Илья, давай еще надо двоих убить, Да, тут где-то что-то должно быть. А зачем вот это ты делаешь? Вот это что? Это чтобы мы видели все. А, чтобы видеть, да? Да, это зрение орла. А как насчет покушать, Илюш? Давай ты докушаешь. Это жестокая игра? Нет, тут даже крови. Нет крови? Нет. Ясно. Ассасин Вальгала, да? Вальгала. Вальгала, это же Один, да? Боги? Да, тут про богов, тут потом в конце будешь сражаться, короче, с самой главной ведьмой, которых убила богов. Тут вообще длинная история, тут есть всякие эти... Тут можно в разных, да, играть? Тут даже концовки разные есть, да. Да? Вот если не, чуть-чуть не там пройдешь, то город снесут, его вообще не будет прийти. Серьезно, что ли? А ты же уже играл в нее, так? Ты же уже знаешь, куда идти, да? Нет, я просто покажу. Или ты по другому пути сейчас идешь? Я всего часов 20 прошел, или так же. А там часов 30. Ну ты по тому же пути идешь, как и шел, или новый путь? Я еще даже миссии основной не начал проходить, чтобы понимал. Еще нет, не прошел основной миссии, ни одной? А я тут уже прокатил, как хрен знает, кто, несмотря на то, что я уже... Зима? Ну это задание. Надо им помочь. Так давно уж я в пути. Это с ним надо... Тебя без шуми не найти. Ты искать? Не слыхал, что надо его перепеть. Перепеть? Стихами, да. О, нет, вовсе нет. Я давно уже странствую в поисках славы, но теперь потерялся. Седьмой сын седьмого сына. Уже давно сделали до меня.
Все великие победы и великие смерти достались моим братьям. Не спеши, не спеши, успеешь. А что осталось мне? Даже боги молчат. Тебе что-нибудь купить, Илюш? Я сейчас пойду в Магнит. Я только в Магнит пойду, больше никуда. Я тебе слышу. А? Тебе тоже мороженое? Ну, может, ты укажешь мне путь к победе? По тебе сразу видно, что воин-то никудышный. Ты сам это понимаешь. Ни к чему отрицать. Может, помочь тебе добыть славу. Как в мультике, да? Найти зверя тебе по плечу. Четкий. Может получиться. Я 20-й уровень. 20-й уровень? У тебя? И вот этот 20-й уровень? Нет, это ты начал заново, да? Я буду здесь. Клянусь честью. Ну что? Как? Не особо наелся. Не особо наелся, потому что ты прям... Ам-ам-ам. Надо жевать. Жевать, и чем дольше, тем лучше. Волки. Медведь. Медведь? Да, первый раз еще. О май гад. Ух ты, какой здоров. Да по-любому сильный, ты что? Ни хрена у него хп. Сколько? Да по-любому. Да. Промахнулся. А, попал. Он с волками тебя. Сейчас телевизор отключится, представляешь? Через сколько там? Секунд. Эй, не убегай, Миша. Убегай, он остался. Ой, ну так что сложно там это было. Там он убегает. Я думал, ты к нему поближе подойдешь. Хотел его заснять. Медведя. А он что-то убегать начал вообще. Ну конечно, как ты его мочишь, он, блин, будет тебя... Какой-то добрый звучит медведь. А, вот он? Шкура медведя можно продать, она дорогая очень. Сейчас решила быстренько сгонять в Магнит. Ну, выкину мусор, конечно же. Потому что дыни иначе будет вонять. И хочу начать обклеивать стол. Я решила начать со стола. Почему? Потому что у него есть небольшие запчасти, которые будет легче обклеить. Так как я никогда этим не занималась, этого никогда не делала, соответственно, со стола мне будет начать легче, чем с тех же шкафов, которые там большие объемы. Я еще не знаю, как и чего. Поэтому именно так. Вчера мы брали дымку. Тоже в Магните, кстати. И она была... вообще я в Магните никогда не брала дыни. Потому что я думала всегда, что там все время что-то отстойное такое. Но все равно палатка и Магнит, и Пятерочка — это разные вещи. По вкусу даже отличается колоссально. Но вчерашняя дыня была просто божественна. Мы с Сережей ее сразу съели. Половинку мне, половинку ему. Ну, так как она еще и небольшая была, соответственно, да? И поэтому я хочу сегодня тоже взять дыньку. Пусть если она, пускай будет маленькая, да? Но я надеюсь, что она будет такой же вкусной, как и вчера. Блин, что-то в нашем магазе, в нашем Магните по выбору не очень. А вон сзади есть что-то. А нет, все есть. Надо сейчас повыбирать. Арбуз. Только почему-то у нас здесь дороже. Мы вчера брали по 50, а сейчас уже по 6,59. Ну ладно, все равно возьму, потому что мне она очень понравилась. Знаете, я раньше думала, что мышки больше всего любят сыр, да? Мышки-хомячки, это ж недалеко, да? Но я очень ошибалась. Я так думала, потому что у меня... Я смотрела мультик «Том и Джерри», да, и никогда у меня не было ни хомячков, никого. Но буквально за 3 дня я поняла, что самая любимая еда хомячков, вот этих мышек, крысок, знаете что? Это кукуруза, живая, настоящая вот кукуруза. Я ему, он уже все слопал. Я ему тут накрошила этой кукурузы, ну, не накрошила, а порезала по маленьким зернышкам. Положила, он ее уже все слопал, сразу же. Листок салата съел. И самая любимая его еда, я ему порезала морковку. Помидорку он не стал есть, не знаю почему. Потом уберу, если что. Если не съест, уберу помидорку. Самая любимая его еда – это кукуруза и листья салата. Вот это его самая любимая. А это я кабачок порезала. Ой, блин, упал. Не в ту тарелку. Эх, 4 кусочка ему порезала. Так, это надо убрать. Вот так. Есть, закинула. Так что вот так.
Какой там сыр? Кукуруза и листья салата рулят.